Здравствуйте! Сегодня с вами снова Марина Петрушенко, и мы приготовим борщ со щавелем. Для приготовления нам потребуется 500 грамм картофеля, 350 грамм мяса на кости, у меня свинина, 200 грамм капусты, 300 грамм помидоров, 1 морковь весом 130 грамм, 100 грамм сладкого болгарского перца, пару крупных долек чеснока, 40 грамм щавеля, луковица весом 100 грамм и 300 грамм свеклы. Картофель нарезаем брусочками. Лук порежем мелким кубиком. Помидор нарежем кубиком, не очень крупно. Я использую помидор вместе с кожурой. Перец тоже порежем не крупным кубиком. Натираем морковь и свеклу на терке. Можно их натереть вместе, потому что обжаривать мы будем вместе морковь и свеклу. Итак, натираю сюда же свеклу. Вот такая свекла и морковь получились. Тут же в комбайне нашинкую капусту. Измельчаем капусту. В чашу мультиварки наливаем столовую ложку подсолнечного масла. Выбираем меню, режим жарко. Нажимаем старт. В этой мультиварке отсчет времени начинается сразу, поэтому жду 2 минуты, чтобы масло успело нагреться. Масло нагрелось, отправляем обжариваться лук. Через 2 минуты добавляем помидоры и перец. А также свеклу и морковь. И обжариваем все вместе. Прошло 10 минут. С момента, как мы добавили овощи, перемешиваем все и отключаем режим жарко. Добавляем мясо. Добавляем картофель. Добавляем капусту. Добавляем соль по вкусу. Я добавляю столовую ложку. Добавляем несколько горошин черного перца и лавровый лист. Заливаем это все кипятком. У меня получилось 2 литра воды. Закрываем крышку мультиварки. Готовить будем на режиме суп 1 час. Нажимаем старт. Прошел час. Теперь добавляем порезанный мелко щавель вместе со стебелечками. Он придаст приятную кислинку и неповторимый вкус борщу. Перемешаем. И оставим буквально на 5 минут, после чего борщ будет полностью готов. Итак, борщ полностью готов. Густой, наваристый. Придется по вкусу очень многим. Обязательно добавим свежий измельченный чеснок, зелень, у меня укроп и петрушка. Ну и, конечно же, сметану или майонез. Вкусный, ароматный борщ готов. Огромное всем спасибо за лайки и комментарии. Подписывайтесь на канал, нажимайте колокольчик, чтобы первыми получать уведомления о новых рецептах. Всем приятного аппетита и до новых встреч!